Итак, дорогие наши зрители, мы наконец-то с вами отправляемся в путешествие на великолепный греческий остров Корфу. Ну, правильно говорить все же Керкера, потому что греки именно так называют свой остров и так называется столица этого острова. Сейчас я вам на карте покажу, вот вы видите вот эти картиночки, ну, примерно те будущие фильмы, те будущие достопримечательности, которые мы вместе с вами посмотрим. Ну, конечно же, они не все. Тут на карте их тяжело разместить. Будут еще несколько небольших монастырей, красивых пляжей, которые не помещаются на моей карте путешествия. Мы там были 6 дней, из них 4 дня активно путешествовали на арендованном автомобиле, и 2 дня были нормальными туристами, которые лежат на пляже, загорают, пьют вино, кушают фрукты, смотрят танцы и слушают национальные греческие песни. Я вам расскажу, как и об этих 4 днях путешествия, ну и немножко покажу, как мы отдыхали, отдыхали и купались, и плавали на лодочках, пили вино, а вы завидуете. Если у вас есть вопросы, конечно же, спрашивайте. Пока свежо в моей памяти, я отвечу на все ваши вопросы с большим-большим удовольствием. Все, что знаю, обязательно расскажу. Как всегда, порядок будет такой. Я буду постепенно небольшими фильмами рассказывать о каждом городе или о какой-либо достопримечательности. Я думаю, что будет не менее 20 фильмов. А потом все эти фильмы я объединю, как всегда, в большой фильм. Ну, будет называться, наверное, примерно так. «Остров Керкера, Греция. Что можно посмотреть за 5 дней?»